979 так называемых киберпреступлений, по которым сегодня ведутся расследования, полицейские зафиксировали только лишь с начала этого года. За неполных 6 месяцев жители Хакасии под разными предлогами перевели мошенникам более 160 миллионов рублей. Аферисты, как показывает практика, не поступаются никакими суммами и готовы урвать с вашего счета хоть 100 рублей, хоть 1000 и так по возрастающей. Для человека эти деньги могут оказаться единственными – на покупку тех же лекарств, продуктов. Чувство сострадания, как и любые другие человеческие, аферистам чужды. Да, схемы меняются, и порой переходят, казалось бы, грани. Так они пытались обвинить жительницу Абакана в государственной измене и под этим предлогом загнать ее в долги. Ей позвонили якобы из Следственного комитета и начали давить на то, что она спонсирует вооруженные силы иностранного государства. Пенсионерка была готова выполнить все задания преступников, но вовремя опомнилась. Когда зашла я в банк? Я думаю, ну, впереди меня человек 5-7. А я уже устала, не могу. Прошла маленько по залу и смотрю, около окна у стеночки стоит стульчик. Я думаю, дай-ка я сяду на него, хоть отдохну. Звоню сыну. Как ты знаешь, меня принуждают снять деньги. А если я их сниму, у меня же их сразу отоберут. Как ты попала? Я говорю, ну вот так. Так это же мошенники. Не удалось мошенникам обмануть и студента из Абакана. Ему также позвонили якобы силовики. Мошенник представился капитаном полиции из Москвы и сообщил, что с лицевого счета парня списаны все накопления. Далее к схеме подключились псевдосотрудники Центрального банка. Сказали, якобы это деньги банка и то, что теперь мои деньги где-то заблокированы и чтобы мне вернуть их, нужно снять вот эти деньги, которые банк якобы выделил. А дальше я, конечно же, поспешил в банк ну, проверить, правда ли мои деньги, когда ну, я снял их. Получилось, конечно же, снять, и я понял, то, что это мошенники, так как они настаивали на том, что я должен перевести им всю сумму средств. За прошлый год на такие и подобные схемы попались более тысячи жителей республики. Ущерб более 200 миллионов рублей. Сравнивая антипоказатели этих шести месяцев и 2022 года. Вполне вероятно, что общая сумма переводов на счета аферистов будет на порядок выше. Прежде чем сделать перевод или брать кредит для незнакомцев, которые звонят вам, сами позвоните близким, знакомым, кому угодно. Помните, что это обман. Если обратились по телефону якобы из полиции или следственных органов, уговаривают, запугивают и убеждают сразу же идите в дежурную часть и ничего не бойтесь.